think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на АЭСе, на аккаунте Андрюхи, решил зайти посмотреть, что тут по акциям, и опять офигел, так как помимо дерева желаний, ну, я вчера рассказывал, показывал, какая акция самая топовая, это сундуки сокровищ. Здесь довольно-таки неплохое дерево. Если сравнивать с немецким сервером, да, мне оно намного больше нравится, то есть реально плюхи хорошие, плюс вот карточки есть на архидемона, ну, приятные плюхи. Вот если так посмотреть, довольно-таки неплохо, я считаю. Карточки, расходники и 100 пыльцы. Пыльцы, пыли, какая разница в принципе, ну, дерево реально обалденное. Но опять же, если есть сундуки по 300, там по плюхам поприятнее. И самое интересное, это вот такой вот набор снабжения. Один из топовых. Я не знаю, не на многих серваках такое есть. Точнее, я только здесь знаю. Может, еще где-то есть, пишите в комментах по поводу снабжений. Но, в общем, смотрите, какое снабжение. 5000 самого, получаете довольно-таки неплохие плюхи. Камешки пламени 2000. За 15 уже вторая сумка зефира. Я считаю, это тоже обалденно, потому что здесь от 10 до 100 за 15к, ну, можно купить. Плюс, если бы, знаете, это одно, плюс по 80 сундуков, плюс 5 ящиков Валентины. Ну, крок это такое, но вот именно ящики и второй этот, это просто бомба. Ну и последнее, за 30к вы получаете еще круче расходники. Ну, конечно, 0,2 эмблемы, в принципе, как вариант. Но 30к тратить, я не знаю, такое. Я бы, наверное, не стал 30 тратить, а вот 15к слить на сундучки и на этот реально стоит. Плюс вы это делаете все под сокровищницу, с которой вы можете дополнительно еще вытащить дофигища героев. Я показывал, как здесь герои падают. Реально круто. В общем, такой вот АЭС сервер. А у нас дальше, ребятушки, с вами немка, кстати, гильдия Асгард. АЭС сервер, кто играет с донатом, залетайте. 4-е место что-то ребята вообще забили на БГ походу. Кидайте заявочки, вступайте, а мы поехали. У нас сегодня по плану дальше немка. Короче, я зафигачил 200 пропусков, и мне чуть-чуть не хватило. Не хватило для того, чтобы добить просвет для землеройки. Решил я землеройки качнуть просветик, потому что она сливается. И у меня, к сожалению, здесь ни одной ремки на аккаунте просто тупо нет. Я решил хотя бы для воодушки 8 прокачать. Все равно как-никак будет получше. Попробовать. И сейчас мы это доделаем. И затестить ее опять же в том же самом запределе, на адском режиме, потому что я хочу здесь по-быстренькому собрать Мэри. Ну, огник у нас само собой соберется. Здесь фонтанчики регулярные, все остальные акции. А вот Мэри тоже здесь нужна. Ну, потом уже будет попроще все остальные локации фармить, когда будет Мэри. Так, еще поехали за ходик. Где-то лям 200 пропусков на волны слилось только так, и все равно не хватило. Пришлось еще пару левелов добивать вот в рейдах. Но оно того стоит, потому что герой с прорывом и герой без прорыва, точнее просвета, прорыв то само собой. Так, 96 есть, отлично. Как видите, у меня здесь эмблем не особо много. Можно было бы дар закинуть, но я хочу попробовать с воодушкой. Вот такой вот вариант. Питомцы у меня, как обычно,
все первого левела, я их здесь не прокачивал еще. Заберем. Ну, нету времени, это надо фармить чисто ману. Плюс неохота особо поднимать силу. У меня есть супер пэты, мне в принципе и хватает. Так, сейчас посмотрим, что там у нас за питомец на ПБшке стоит. Понятно. Так, смотрим. Анубис у нас будет следующим на прокачку. Так, стрелок с кроком. Махатма, понятно. Роза. Ворожей. Я тут особо и суперпэтов нету. Я вам так скажу. Чем поехали. Такс. Вот как раз 6 героев, которыми я буду бегать. Надо будет Анубиса еще подкачать. Сейчас посмотрим, как мы будем тащить с вами. Шанс слива, как обычно, максимальный. А, еще и Махатму нам надо, кстати, докачать. Поехали. Ну, была бы, конечно, ремочка, было бы, наверное, намного проще. Ну, так будем пробовать с водушкой. В любом случае, это добавило и жизни, и стат. Я думаю, нам этого должно хватить, чтобы затащить. Самое главное, не попасть на отражалку. Не слиться. Так, Фрэнк Буич, Космо, блин. Ну реально, поднял силу немножко и печаль. Начали посильнее пачки появляться, в прошлый раз вообще огников встретили. Встретил уже. Уже супер питомцы, все дела. Ну реально, если у вас мелкая сила, качайте однозначно супер пэтов. С их помощью без проблем можно будет хоть как-то фармить. Они реально очень неплохо помогают здесь. Так, отлично. Ну, нужны ремки. У меня даже такое желание было на землеройке слить. СО 9. И попробовать ремку поставить. Вот оно без... отлетело 5. Анубас. Так, ну первый этаж. В принципе, для нас это не проблема. Поехали дальше. У нас вся загвоздка была либо в конце второго, либо на третьем наполовине. Посмотрим сейчас. Конечно, ремочная землеройка классная, сожива. Я у себя на втором бездонатном аккаунте на сардельке там бегаю. Там сделал даже эволюцию вторую. И реально там это кайф. Так, уже минус 2. Махатма тоже ушаталась. Опять Анубис улетел. И землеройка тоже улетел. О май гад. Начинается трэш, как обычно. Осталось у меня 3 героя. Но у меня, в принципе, Роза, она хороший довольно-таки танк. Да, мне бы сюда хотя бы 2 ремки на ворожей, на землеройку попробовать. Так, что тут у нас по пачкам? А еще лучше Фрею. На этом аккаунте это будет мечта. Скин уже, о май, Фрея. Но я думаю, должны затащить. Она не особо там сильная. Нифига себе она дамажит. Да пипец. Но тут вариант только Роза должна затащить. Если там отхила нет. Давай, Розочка, тащи.
Ну, на крайний случай у нас есть, конечно, сундук, но не хотелось бы его использовать сейчас. Не, не затащили. Придется нам его использовать. Так, отлично. В крайнем случае еще есть реклама. Рекламу тоже никто не отменял. Так, отлично, землеройка включился. В принципе. Блять, все равно Махатму ушатали. Вы видите, Махатме тоже надо какой-то деп делать и прокачивать. Наверное, Махатма будет следующая, а не Анубис. Вот Нифига себе! Да ну нафиг, это что было такое? Охренеть. Это просто жестко нас ушатали сейчас. Просто тупо уработали. Я в шоке. Просто трэш какой-то. Блин, хоть на Дрейка хоть не нападай, ну не знаю. Эти Дрейки это писец какой-то, блин. Просто стычки нафиг всех. Я в шоке. Так, ну тут нас, наверное, сейчас сольют. Да, тут без варианта. Так, ну что, поехали. Самое интересное сейчас будет у нас просмотр немецкой рекламы. Кстати, мне сегодня понравилась одна реклама. Началась реклама, я не знаю, у многих тоже, наверное, она есть. Просто заходишь и там закидывают, типа, переверните телефон. Я играю с эмулятора. Просто тупо картинка и все. Ничего не понял, что за игра. Ну, в общем, трэш был полный. Так, отлично. Дали нам еще попытку. Ну, 600 самов тратить, ну, я не знаю. Может, и есть смысл. Так. Бля, что-то они жесткие стали. То ли сила поднялась, ну просто нереально. А если раньше я их шатал, поднял силу плюс 40, сделал смотр, и нас начали тупо шатать. Не, вот такие пачки должны быть. Вот это нормальные пачки. Что, блядь? Да ну нахер, ну что это за фигня? Бля, ты чувствуешь, когда гарнизон тебя унизил? Это просто жесть, ребят. Без комментариев просто. Я офигею. Все? Изи? А, мы там посмотрели рекламу, у нас же два сундука, я что-то завтыкал. Да. Это жестко, это реально жестко. Так, и что у нас в итоге получилось по плюхам? По плюхам у нас получилось. Сейчас посмотрим, что у нас по мэри. Раз на раз, конечно, не приходится, но... Что нам мэри говорит? 64 осколка. Ну, довольно-таки неплохо. А что у нас по охнику? 125. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.